видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник в решении домашних заданий». Номер 2. Урок 12. Выполни деление с остатком и сделай проверку. Первый пример. 382 разделить на 5. Ответ 76. Остаток 2. Проверка. 76 умножить на 5, прибавить 2, получается 382. 847 разделить на 6, получаем 141. Делаем проверку. 141 умножаем на 6 и прибавляем 1, который у нас остался в остатке. Ответ 846 плюс 1 равно 847. 1219 разделить на 3. Получили 406. Выполняем проверку. 406 умножить на 3. Прибавить 1 из остатка. Получается 1218 плюс 1. Итого 1219. 28605 разделить на 7. Получили 4086 и 3 в остатке. Делаем проверку. 4086 умножить на 7, прибавить 3 равно 28605. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.